depends on your book of 200%. Артисты оркестра, пройдите, пожалуйста, на свои места. Пиццикато, пиццикато. Я, если честно, забыла, что именно в тот день, я даже не помню этот день, будут объявляться номинанты. Я абсолютно об этом не вспомнила и зашла, никого не трогая, на Facebook. Зачем-то. И увидела в новостях, где Наталья Овчинникова поздравляет меня с номинацией. Вот так все это было. Было очень неожиданно, и я даже сначала не поняла, думала, что это шутка. Потом зашла уже на официальную страницу и увидела себя в числе. Ну, естественно, я очень обрадовалась.
человек излишне волнуется, особенно тот, который не очень опытен в вокальном плане, у него очень зажимается дыхание, и он не может нормально петь, у него дрожит голос, и он сине-зеленого цвета, с нервными подергиваниями. Это мы все уже проходили, я не знаю, во всяком случае, я проходила это точно. Мне на сцену было выходить так страшно, меня размазывало по роялю, я всегда стояла к роялю, но так в него вцеплялась. Я не помнила, что я пою, где я вообще, я очухивалась только где-то в коридоре уже. Это было очень страшно. Сейчас, конечно, такого уже нет. Ну все, ты готова сейчас? Я готова, да. Дело в том, что я тебе говорю, я не чувствую это. Это просто мне, понимаешь, Наташа работала так 2 дня, поэтому у нее это болело. Я бы работал раньше. Так, ну, очень, последний раз очень хорошо. Да, мы настроились. И ты знаешь, что вот ты все тебе говорю, потому что я не чувствую такие. Если не знать, ну, споет, то пройдет. Любой вариант пройдет. Нет, плохой не может. Плохой не может. Но я не же... Поэтому я сижу на пульте. Я другой. Все будет очень хорошо. Обязательно. Когда тебе будет... Вот, делаешь такое, а? Туда прямо. Туда? Я туда могу тоже. Девушка, просим. Добрый. Я. Шу. Да. Керубино. Керубин дамо. Сколько шло на печок, посечало, кидин торно перентрар. Фестиваль «Золотая маска» представляет спектакль «Свадьба Фигаро». Театр оперы и балета имени Чайковского. Пермь. Спектакль выдвинут на соискание Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в опере». В частных номинациях представлены Филипп Химмельман – «Лучшая работа режиссера», Теодор Курензис – «Лучшая работа дирижера», Наталья Буклага – «Анна Касьян» – «Лучшая женская роль», Андрей Бондаренко – «Лучшая мужская роль». Для зрителей старше 16 лет. Мэй, рисунки по блату, по блату. Хорошо. И радости, и радости. Thank you.
звучали великолепно. We are the champions! Мы... О, это что? Трусачки. На весь двор. Я три камзола внизу оставила.